Да все, иди, никто не бьет. Это случайно, по-моему, нога дернулась. Рифа, что он тебе? Не, не, Рифа. Что ты ему сделал, Рифа? Заново. В смысле, заново, у тебя один. В смысле, можно дать? У нас 6 человек. Слушай, Рифа, дайте. Давай. Дай за один. Ладно, извини. Сейчас, по-моему, было, да. Это что, тебе руку порвал? Все, что мне с ним делать? Ничего. Предлагай 1-1 сыграть. Да, 1-1, все. Мы рефери. В одно. Ой, какие правила. Все, мост выиграл. Мост. Мост. Георгий. Ладно, давай. Давай, да. Команда меньше всех, кто он берет, отжимается. Николаевич, побыстрее там мячинок. Давай, все, поехали. Браво! Три отбора, ва! Юра, передача. Три отбора всего. Возить. Хорош. Три отбора. Ну вот, вот, пошло дело. Значит, еще один момент очень важный. Мяч летит сюда, да? Вот так не пойдет. Корпус за мячом. И везде стараюсь еще одно условие. Две руки везде, ребят. Чтобы вот так не было. Руки везде достаются. Старайтесь везде две руки на мяч.
Можете не достать, но вторая рядом. Вторая рука рядом. Да, да. Здесь близко. Осторожно, голову не брать. Сразу по штангу пошли, смотри. Завел. Все равно мне вообще летит. Да, все, Серега идет. Вот такие, да. Хороший, хороший бросок. Вы готовы? Серега. Антон, как хочешь. Хочешь разыгрывать, хочешь убивать, что хочешь, но я не делаю. Это ваша проблема. Окей, Бак, здесь на готове, на старте. Вот. Подкладки, все. То же самое. И доигрываем, все, один в один доигрываем. Да, хорош мост. Хорош мост, да, мост, да, да. Хорош! Иди, иди, иди! Стреляй, Кир, Степан, парень! Хорош! Хорош! Эй, Кир! Один! Вара, Грузия! Как угловой практически по стенке, да? Идет. Как угловой, один в один. Один в один, разбирай. Один в один. Один в один. Персонально, персонально. Чистый, ты. Зона. И где зона? Ну, но чуть-чуть там, да, да, да. И кенодру. И вы двое так же, как угловой потом будет, так Ваня будет. Да, да, да. Ну мы вдвоем стоим, остальные по игрокам. Они по игрокам? Да. Берите, берите, берите. Один в один, один в один, дальний там. Глеб, ты? Если штрафной близко, вот так, то есть у нас стенка уже в штрафной, мы уже играем как на угловом. Уже играем 5-6 человек по игрокам и двое по мячу. Да, сейчас можно подать. Мяч уходящий, эй! Два игрока там, два игрока там. Второй, сейчас он в сутер пошел. Висят? Ты G, подальше. А, Зина там, да? Блоки стоят. Ты же набегаешь, тебе легче. Момент удара, ты же отчет. Просто сюда серый, как зикло, серый. Ебать, Петь, нормально все, Петь? Нормально? Все нормально здесь? Стой, стой, стой. Рифат один. Для рычага стоит. Один, смотри, сзади. Дина, ты между двух. Хорош, Жек. Хорош. Все, спокойно. Осторожно. Хорош. Откати. Один, один. Мост. Девочки, назад, назад. Иди, сама. Хорош. Мост. Я! Два, лево, лево, лево.
помощник выходит, все закончится. Очень просто, два угловых. Один для продления, приходящий. Да, это не снимай, это пошутил, самый любимый голос. Где жаба идешь тоже? Повыше, да, повыше. Главное, чтобы не перелетел. Даже если ниже пойдет лучше, ниже, чем выше. Вратарь не вышел, не начал атаку. Макс сигнал дает. Знаю какой. Макс. Что с такими делать? Что делать будем сегодня? Виталич? Что там Глебу говорит? Какие братья? Вот. Сетки на сова и... Хорошие. Да считается, Дань. Это считается. Считается, да? Потому что рядом. Прям рядом. Парни, я, по-моему, у тебя всю ману забрал. Да, все закончилось. Уже мне даже так обидно уходить вот на такой ноте. Давай, кто выиграем, да, кто выиграет? Давай, выиграем. Что, я пенальти сыграем? Не, я все закончил. Когда последний раз в команде бил, Дим? Это три вообще. Один. И когда последний раз в команде бил? Вообще, Виталич начинает давление оказывать. А, Виталич? Мотя, я все знаю. Что? Знаешь почему? Так что видео постоянно туда я бью. Я сказал тебе, Глеб, я его обманул. Ты туда бил все время? Все в один угол бью. Можно, Мать? Все, спасибо. Можешь не подходить с таким. Хочешь по мне ударить? По одному, Георгий. Я тебя могу раскачать, если хочешь. Проси. Давай. Да. Пробил, ушел. Не, так, он до победы. Престижно, забей как-нибудь, красиво. Вылетаем, сразу вылетаем. Ну что, бить блогером, да, будет? Когда опустил. Что? Что добросишь, помнишь, говорил? А, да. Есть пик? Я думаю, готов спорить. Да, да. Да нет, так он тебя не упадет. Она какая-то легкая. Ты в нашу сторону кидай. Я говорю, полетит. Не защита, бросок. Я никому-то забили. Матвей бросил. Помнишь, мы смотрели, Серег? Матвей бросил, а не было забыли. Ну, до центра пошли. Осторожно. Нет, поле убивает. Чергачку. С такой прической идет, как ну, вот я говорю. Я сильно вдавка, она сгинается и не летит. Хороший бросок у него прилетает.